да, сегодня? Сегодня пойдем по каналу, прогуляемся до Назии. К вечеру ветер утихнет и пойдем по морю назад. Сидят люди на весельной лодке посредине фарватера на якоре и ловят рыбку и загорают. Ну вот так. Ловушка. Мы уже в канале. Хотим остановиться, искупаться. Эхолот просто, сколько идем, столько зашкаливает количеством рыбы. Стоило мне навести камеру ни одной. Только что просто экран чудил количеством. Ну да, все, совсем мелко. Трава. Трава, говорит, там. Уточка убежала была сейчас. Ой, как хорошо это все. Я иду, она впереди меня. Надо было булочки с собой взять. Ой, а вон большая. Маленькая щучка плывет. Ух ты какая. Вообще масюська такая. Щукарик маленький-маленький. Аквариум попали. Океанариум. Ой, Гриша, щучка, она к тебе плывет. Сейчас она тебя съест. Сейчас я ее сниму. Прелесть какая. Такая масенькая, видишь ее? Вон она. А, вижу, да. Вот, длиной, я не знаю, сантиметров 8. А вон рыбка поглубже пошла. Это купайся уже. И тут такой океанариум, как купаться-то. Подходим к Назии. И что будет? Нас едят. Мы еще никого не съели. Не, ну мы съели по огурчику, по помидорчику. Купались пару раз.
Водичка 23 градуса. Орешником и странное дело какое-то. Все уже я не увидит камера. Там Ладога. Выходим из канала. Из Назии выходим в Ладожское озеро. Люди отдыхают. Такая затяжная протока такая. Тебя еще не всего искусали? Всего. Ну нет, не всего еще. Мне немножко осталось. Еще есть где кусить. А вон зеленцы я вижу там, вдалеке. Вышли из протоки Ладожское озеро. Это мы с Зайчей. Вот это. Да. Мы с Зайчей, и вот там вот вдали острова Зеленцы. И вон там рыбаки. И вот такое море. Вы люди сами уже представляют, что есть. Государство этим не занимается. Накрутилась на руль вот такая вот борода из водорослей. Осторожно. Будем ловить водоросли. Отсоединился. Она пришла к мотору. Зеленцы. Ну вот, наконец попалось что-то достойное. Не упусти. Я ее боюсь. Я не рыбак, нет. Закаты, острова Зеленцы. Ну и рыбалка, конечно. И рыба. Ну и рыба, конечно. И щука, конечно. И окушки, конечно. И солнышко.
Кто-то клюет там на эту удочку. Похоже. Чего ты там сматываешь? Рыбина там маленькая. Давай ее сюда. Что? Ну где там твоя маленькая рыба? Блин, такой удар был, а это рыба сошла. Давай говори, вторая щука или третья? Я не знаю, какая по счету, но вот такая вот более-менее крупненькая вторая. Yes! Да. Класс! Куда идем? Домой. Все счастливые в рыбе. Счастье в рыбе? Все счастливые и в рыбе. Еще нас сожрали мошки. Все еще живут мошки. Это ни секунды, ни вспышка. Смотри, он прям стоит. Явление зеленый луч. Потрясающее явление. С одной стороны ночь. А с другой стороны очень редкое оптическое явление – зеленый луч. Значение его можно легко загуглить в интернете. Праздник какой-то.
Мы домой, а они из дома. Целых 5 штук. Да, караван из 5 теплоходов. Не по фарватеру прошел, они все уклонились. Пятый в караванчике. Который прошел не по фарватеру? Пятый? Пятый. Прошел с другой стороны, хуя красного. Странно, да.